Прикубанское сельское поселение встречает всех гостей района, въезжающих на его территорию со стороны Крымска. И оно сразу же приводит благоприятное впечатление. Это вполне объяснимо, учитывая большое внимание, которое здесь уделяется вопросам благоустройства. И даже сложности, связанные с преодолением ситуации с коронавирусной инфекцией, не стали препятствием для запланированных работ в одном из самых красивых и удобных для жителей сельских поселений нашего района Прикубанском. Комфортность перемещения жителей поселения по дорогам напрямую зависит от их состояния, от ремонта, который требует немалых денег. А финансирование обеспечивается благодаря участию в краевой программе. Поэтому и улицы хутора Прикубанского обновляются на глазах. В 2020 году был запланирован ремонт дорог в хуторе Прикубанском, ремонт тротуаров, улицы Победы, Мира, Комсомольская. И в рамках краевой программы по благоустройству и развитию сетевых дорог мы, собственно говоря, все это выполнили. Краевой бюджет выделил нам 4 миллиона 65 тысяч рублей, которые мы, в принципе, все освоили. Ведутся работы, они заканчиваются уже на данный момент. Так что все планы мы выполнили и будем работать и дальше в этом направлении. Для дорожных работ сейчас установилась прекрасная погода, сухо и тепло, и дорожники стараются использовать погожие дни на все 100. Современный тротуар по улице Победы очень нравится прикубанцам, впрочем, как и все, что сделано для их блага. Наше поселение благоустраивается, как говорится, идет в ногу со временем. Дороги, да, это очень важно, и тротуары для деток, чтобы меньше по дорогам ходили, как бы, ну, для жителей, для безопасности, для тротуары нам очень важны. Нам, конечно, понравилось, что у нас сделали тротуары, конечно, оно все было развалено, сейчас и детки все катаются вообще, потому что здесь и детки ходят по дорогам, считай, а машины все равно ездят и сильно, и все, сейчас детки смотрим, что здесь катаются и ходят, и с мамами. Администрация поселения работает в тесном взаимодействии с жителями. Именно их наказы и пожелания в основе всех планов благоустройства. Работы по созданию комфортных условий для жителей и гостей поселения успешно продолжаются. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».